школа аналитики – это огромный успешный проект, который был реализован совместно с Академией ОБСЕ и IWPR. Самые основные моменты, которые я бы хотела выделить, это были сессии по инфографике, сессии по визуализации, так как это основной тренд 21 века и связано с технологией. Сегодняшний день был такой же насыщенный, как и предыдущие. Мы получили много полезной информации. Сегодня выступили классные эксперты с обширным опытом работы. Сегодня мы изучали новые инструменты по визуализации данных. Хотела отметить то, что с каждым днем мы все больше узнаем друг о друге и о наших странах. Бүгүнкү күн хам башка алдыңкы күндөр кабы жүдө кызык өттү. Жүдө көп файдалуу билимлерди алдык, хусусан бүгүн визуализация хакында маалыматтар алдык ва Flourish программасы жүдө кызык экен. Албатта бул программада иштеп, келечекте өзүбүздү тадқиқотларыбызды колдойбуз деген үмүттөмүн. Аналитика в ресторане салон.